За последние сутки во Владимирской области выявили 27 случаев заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек, столько же, сколько и днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 151 874. В лидерах по приросту Владимир – 9 заболевших за сутки. На втором месте расположился Муром – 5 новых случаев ковида. Замыкает тройку Ковров – 4 заражения. За сутки в регионе не зафиксировали смертей от ковида. Общее количество погибших за все время пандемии – 3467. Число выздоровевших за сутки – 56. Всего болезнь победили 148 036 жителей области.